Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот следки. Следки очень красивые, с таким вот узором по мазку. Называется узор павлиний хвост. В данных следках я связала вот такой манжетик в виде такой гармошечки. Данный манжет каждый может отрегулировать под свои предпочтения. Если вам хочется связать побольше, вы можете связать побольше его. Если меньше, то меньше вяжите. В данном видео вы можете связать следки на любой размер ножки. Следки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Я использовала в следках два цвета. Один цвет у меня по манжету и мазок. Второй цвет я использовала на подъем и подошву. Вы можете использовать цвета, которые вам нравятся. Можете однотонные следки связать. Следки очень красивые, на ножке сидят идеально. Давайте разберемся с принципом вязания данных следков. Данные следки я вязала вот из такой заготовки. Изначально я вывязывала манжет, далее мысок. В мазке в самом-самом конце я сделала убавление петель и далее начала вывязывать подъем. После подъема мы будем вывязывать подошву и сделаем один аккуратный шов. Швов на подошве никаких нету. Подошва у нас абсолютно бесшовная. Манжет, подъем, подошву вы для каждого размера взрослых следков вяжете одинаковое. Регулируем только мысок. Для каждого размера ножки мысок наш будет разной длины. Получается, количество кромочных петель по краю мыска равно количеству поднятых петель. В данном видео я вяжу следки на размер ножки 37-38. Если вы хотите связать данные следки на больший размер, тогда просто мысочек вяжем больше на пару рядов. Кромочных петель, соответственно, по бокам у вас будет больше. Набранных петель по контуру также будет больше. Размер ножки у вас получится большего размера. Соответственно, если вам нужен меньший размер, вы вяжете мысок меньшей длины. Регулируем размер ножки именно вот этим мазком. Все остальное в данном следке вы вяжете одинаково для любых размеров взрослых следков. Если вам понравилась данная модель следков, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На спице 3,5 мм я набираю 47 петель. Данные 47 петель набираете на любой размер взрослых следков. Набираю на 2 спицы, чтобы край наш был более эластичен. Первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Первая кромочная петля у нас снимается, и далее все петли мы вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Следующий ряд вяжем уже по лицевой стороне и вяжем все петли по рисунку. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я вяжу изнаночными. Последняя кромочная петля также вяжется изнаночной. Далее в третьем ряду мы будем менять направление петель. Получается, по рисунку у нас петли идут лицевыми, но мы их будем вязать изнаночными. Все петли я вяжу изнаночными. И далее меняем направление петель в каждом изнаночном ряду. Изнаночные ряды у нас идут нечетные. Только смотрите, чтобы петли ваши не были перекручены. Я вяжу вот за нижнюю правую стеночку. Далее вяжем четвертый ряд. Вяжем все петли по рисунку. Вот у нас идут лицевые петли, мы их также вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Пятый изнаночный ряд. И в изнаночном ряду я также буду менять направление петель. У меня петли идут изнаночными, но мне надо поменять их на лицевые. Первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли вяжу лицевыми за правую верхнюю стеночку. В
шестой ряд. И так как это у нас наша лицевая сторона, мы вяжем все петли по рисунку. Петли у нас идут изнаночными, мы их так и вяжем изнаночными. Седьмой ряд у нас идет по изнаночной стороне, и мы в этом ряду будем менять направление петель с лицевых на изнаночные. Если посмотреть на нашу резиночку, которую мы провязали, у нас вот такие вот две широкие дорожки получились. Одна и вторая. Между ними вот лицевые петли. Мы с вами провязали только 7 рядов. Далее вяжите самостоятельно. Получается, в каждом изнаночном ряду вы меняете направление петель. Лицевые ряды вяжете по рисунку. Как петли расположены, так вы и вяжете. Получается, две такие широкие дорожки мы с вами связали вместе. И нам надо самостоятельно провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дорожек. Всего получается 9 дорожек наша резинка. Вот таким вот образом она у нас будет выглядеть. Если померить в сантиметрах, примерно моя резиночка 8 сантиметров. Если кому-то хочется повыше резиночка, тогда можете на пару таких дорожек связать больше. Если кому-то много такой резиночки, можете на пару рядов связать меньше. Я буду вязать 9 таких вот дорожек. В каждом изнаночном ряду не забываем менять направление петель. Встретимся, когда провяжем всю резинку. Ну вот, я провязала мою резиночку. И получается, я провязала 35 рядов. В каждом изнаночном ряду я меняла направление петель. Лицевые ряды вязала по рисунку. Как петли расположены, так я их и вязала. Как я и говорила, у меня таких вот полосок получилось 9 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Если померить в сантиметрах, то моя резиночка 8 сантиметров. После того, как мы с вами связали нашу резинку, мы будем вывязывать мысок. Рисунок называется «Павлиний хвост». На мысок я отдаю 17 петель. Получается, у меня сейчас на спице 47 петель. Боковые части будут по 15 петель. Центральная часть, это наш мысок, будет 17 петель. Ниточку я обрезаю, кончики все прячем самостоятельно по изнаночной стороне. И далее нам надо распределить все петли на 3 спицы. Получается, на первой спице у меня будет 15 петель, на второй 17 и на третьей 15. Если вы вяжете так же, как и я, на спице на леске, можете вот эти два края перенести на леску, а центральные петли на чулочные спицы. Вот я перенесла все мои петли. Получается, у меня по бокам петли, и вот я перенесла на леску. Мой мысочек, это 17 петель, я сейчас буду вывязывать на чулочных спицах. В самое начало нашей чулочной спицы присоединяем ниточку этого же цвета и будем вывязывать наш узорчик. Получается, узор наш состоит из 15 петель плюс 2 кромочные петли. В высоту узор наш состоит из 4 рядов. Первую петлю мы вяжем лицевой, так как у нас присоединяется нить. Далее 1 изнаночная и далее 13 лицевых петель. У нас остается на спице 2 петли. Следующую петлю я вяжу 1 изнаночной. И кромочную последнюю петлю вяжем всегда изнаночной. Переворачиваем вязание и приступаем ко второму ряду. Во втором ряду мы вяжем все петли по рисунку. Как они расположены, так мы и вяжем. Получается 1 лицевая, 13 изнаночных. Одна
Одна лицевая и кромочная последняя вяжется изнаночной петлей. Подтягиваем кончик нити, потом его просто спрячем по изнаночной стороне. Приступаем к третьему ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую провязываю изнаночной. И далее нам надо провязать 4 петли вместе с наклоном вправо. Для этого я петли переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываем все эти 4 петли одной петлей лицевой за верхние правые стеночки. Если вам неудобно провязывать 4 петли вместе, можно воспользоваться крючком. Далее вяжем первый накид, далее 1 лицевая, второй накид, 1 лицевая, третий накид, 1 лицевая, четвертый накид, 1 лицевая, пятый накид, лицевая и шестой накид. Мы с вами должны чередовать накиды и лицевые петли. У вас должно получиться 6 накидов. После шестого накида нам надо провязать 4 петли вместе с наклоном влево. За правые нижние стеночки вводим спицу сразу в 4 петли. Провязываем одной лицевой петлей. В самом конце у нас остается 1 изнаночная и кромочная. Четвертый ряд мы вяжем все петли по рисунку. Первую кромочную снимаем, получается 1 лицевая, 13 изнаночных, накиды мы вяжем изнаночными петлями, вот за верхнюю стеночку. В конце 1 лицевая и кромочная петля. Мы с вами провязали один раппорт в высоту, 4 ряда. Давайте еще раз повторим. Далее у нас идет пятый ряд, и мы вяжем так же, как мы вязали первый ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем, далее 1 изнаночная, 13 лицевых. В конце у нас остается 1 изнаночная и кромочная. Шестой ряд, так же как мы вязали второй ряд. Все петли мы вяжем по рисунку. Первая кромочная петля у нас снимается, далее 1 лицевая, 13 изнаночных петель. В конце 1 лицевая и кромочная петля. Седьмой ряд вяжем так же, как мы вязали третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжу 1 изнаночная и следующие 4 петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И далее нам надо провязать данные 4 петли одной лицевой с наклоном вправо. Ввожу спицу в 4 петли сразу, подхватываю рабочую ниточку и получается 1 лицевая петля. После того, как я провязала 4 петли вместе, нам надо сделать 6 накидов. Накид первый, лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая, четвертый накид, лицевая, пятый накид, лицевая и шестой накид. После шестого накида мы сразу провязываем 4 петли вместе с наклоном влево за правые нижние стеночки. Вводим спицу сразу в 4 петли, подхватываем ниточку нашу рабочую и получается из 4 петель 1 петля. В самом конце 1 изнаночная и кромочная петля. Восьмой ряд вяжем так же, как мы вязали четвертый ряд. Все петли вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 13 изнаночных петель. Накиды вяжем за верхнюю стеночку длинную, также изнаночными петлями.
В самом конце у нас остается 2 петли. Я вяжу 1 лицевая и кромочная вяжется изнаночной. Мы с вами связали 2 раппорта в высоту. Можете ориентироваться по вот таким вот пучкам, где мы вязали по 4 петли вместе с одной и с другой стороны. Теперь каждый самостоятельно вяжет еще 8 раппортов в длину, повторяя с 1 по 4 ряд. Встретимся, когда вывяжем еще 8 раппортов. После этого мы с вами свяжем пару рядов убавления петель на пальчике. Я вывязала мой мысок, и вот таким вот образом он у вас должен выглядеть. У нас в мыске на данный момент 10 раппортов. Раппорты можете считать по пучкам, где мы 4 петли вязали вместе. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И с этой стороны также 10. Если померить в сантиметрах, примерно вот наш мысок на данный момент 13 сантиметров. Далее нам осталось связать 4 ряда мыска, где мы будем убавлять петли. И вот этим мыском надо регулировать размер ноги. Получается, для каждого размера ноги мысок по длине будет отличаться. Я вяжу на размер 37-38. Получается, на данный момент вы уже можете примерять на свою ножку, и чтобы ваш мысок хорошо закрывал пальчики. После того, как мы вывяжем полностью наш мысок, мы будем по контуру поднимать все петли. И получается, количество кромочных петель будет равно количеству набранных петель. Поэтому, если вам надо размер ножки побольше, получается, на пару рядов вы вяжете больше, и кромочных петель получится больше. И, соответственно, получится размер ножки побольше. Также, если меньший размер нужен, вы вяжете мысок поменьше, кромочных петель по краю мыска будет также меньше, и размер ножки у вас получится меньше. Далее мы с вами должны убавить наш мысок до 9 петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая, вторую вяжу изнаночную. Далее третью, четвертую петлю я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провяжу эти 2 петли одной лицевой за верхние стеночки. Мы с вами убавили 1 петлю. Далее также я 2 петли переверну и провяжу одной за верхние правые стеночки. Далее вяжу 5 петель лицевыми. Следующие 2 петли также я провязываю за нижние уже правые стеночки одной лицевой. И далее следующие 2 петли также я провязываю за нижние правые стеночки одной лицевой. 1 изнаночная и кромочная. Мы с вами убавили в данном ряду 4 петли. И у нас сейчас на спице 13 петель. Далее изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. 1 лицевая. Далее 9 изнаночных петель, 1 лицевая и кромочная. Следующий ряд мы также убавим с вами 4 петли. Первая петля у нас идет кромочная, вторая изнаночная петля. Третью, четвертую петлю я с вами переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее следующие 2 петли я также переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю 2 петли за верхние правые стеночки. Следующая петля будет идти лицевая. Далее 2 петли я провяжу за нижние правые стеночки одной лицевой петлей. Далее еще 2 петли я провяжу также за нижние правые стеночки одной лицевой петлей. 1 изнаночная и кромочная. Мы с вами убавили наш мысок до 9 петель. И изнаночный последний ряд нашего мыска мы вяжем по рисунку. Первую петлю я снимаю, 1 лицевая и далее 5 изнаночных петель. 1 лицевая и кромочная.
Все, весь мысок мы с вами вывязали, обрезаем ниточку, кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Общая высота моего мыска с убавлениями 14 сантиметров. Общая заготовочка 22 сантиметра. Далее я беру ниточку темного цвета и буду вязать подъем и подошву ниточкой другого цвета. Вы вяжете теми цветами, которыми вам нравится. Ниточку темного цвета я прикладываю, никакие узелки не завязываем, по изнаночной стороне просто спрячем. Первая петля у меня будет идти лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее мы вяжем все петли лицевыми. Получается, вместе с кромочной у нас должно быть 15 петель, которые мы оставляли до того, когда начинали вывязывать мысок. После того, как мы петли с этой стороны провязали, теперь нам с этого края мыска нужно поднять все петли. С каждой кромочной петли мы поднимаем одну петлю. Получается, у меня по этому краю будет 22 петли. Если вы вязали такими же расчетами, как и я, у вас также будет 22 петли. Поднимать можно петли как спицей, так и крючком. Вводим спицу в каждую кромочную петлю сверху вниз и подхватываем нашу рабочую нить. Сверху вниз вводим спицу и подхватываем нашу рабочую нить. И таким образом я буду поднимать 22 петли. Вы поднимаете столько петель, сколько у вас получилось по краю кромочных петель. Если спицы вам неудобно поднимать, тогда поднимайте крючком. Таким образом, вы далее поднимаете все оставшиеся петли. Петли по этому краю я все подняла. Далее вяжу петли нашего мыска. Все петли я вяжу лицевыми. Получается, у меня 9 петель. Далее нам надо с этого края таким же образом, как мы поднимали с этого края, поднять 22 петли. Я с этого края буду поднимать крючком. Ввожу крючок сверху вниз и подхватываю нашу рабочую ниточку. Далее обратно сверху вниз и подхватываю нашу рабочую ниточку. У нас уже 2 петли. Третья, четвертая, пятая. И таким образом вы далее поднимаете все оставшиеся петли. Потом эти петли перенесете на нашу рабочую спицу. Петли я все по контуру нашего мыска подняла, и нам осталось провязать оставшиеся боковые петли. Вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Если вам неудобно будет вязать по контуру круговой спицей, вы вяжете на чулочных спицах. Вот таким вот образом выглядит наша заготовочка на данный момент. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и все петли по контуру нашей заготовки вяжем лицевыми. Последняя кромочная петелька вяжется изнаночной. И заодно проверяйте, чтобы у вас получилось правильное количество петель. У меня сейчас на спице 83 петли. Если вы вяжете на круговой спице так же, как я вяжу, в некоторых местах вам неудобно вязать, вы делаете вот такую вот петельку в любом месте, где вам неудобно, и далее вяжете. Таким образом, довязывайте самостоятельно весь ряд до конца. Я довязала второй наш изнаночный ряд. Первый ряд наш был, когда мы поднимали все петли. Второй ряд по изнаночной стороне. И у нас с вами по краю получилась одна платочная дорожка. Теперь каждый самостоятельно вяжет все петли лицевые, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, еще 8 рядов. Два ряда мы с вами провязали, самостоятельно вяжем еще 8 рядов. В итоге у нас получится 10 рядов лицевыми петлями. Если посмотреть на готовом слитке, это 5 дорожек
платочной вязки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Получается резиночка, подъем, подошва вяжется для всех размеров взрослых следков одинаково. Регулируем только мысок. На каждый размер мысок наш будет разной длины. Я вывязала мой подъем. У нас с вами получилось 5 платочных дорожек темным цветом. Далее нам осталось связать подошву и сделать шов. На подошву я отдаю 13 петель. И с каждого края у нас остается по 35 петель. Первая петля будет идти кромочная. И далее нам надо провязать 34 лицевые петли. Если вместе с кромочной, то это получится 35 петель. Вот у меня провязано 34 лицевые петли и кромочная петля у нас 35. Далее вяжем лицевыми петлями 13 петель подошвы. Первая петля. После первой петли я вешаю маркер. Это для того, чтобы вы лучше ориентировались, где ваша подошва начинается и заканчивается. Далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. После двенадцатой петли перед тринадцатой мы вешаем второй наш маркер. И далее 13-ю петлю вместе с 14-й я вяжу одной изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание. Первая петля будет идти кромочная. Перебрасываем первый маркер и до второго маркера мы вяжем все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываем. И так как это у нас изнаночная наша сторона, сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе, одной лицевой. Рабочая ниточка остается перед работой. Первая петля у нас будет идти кромочной. Маркер первый перебрасываем и далее до второго маркера вяжем все петли лицевыми. Перебрасываем второй наш маркер, и так как это у нас лицевая сторона, сразу после второго маркера вяжем 2 петли вместе, одной изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю, и далее петли до второго маркера я вяжу все лицевыми. Второй маркер перебрасываю. И сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе, одной лицевой, так как это у нас изнаночная наша сторона. Получается, таким образом вы вяжете далее, пока у нас на спице не получится с каждого края по 5 петель. Убавляете по одной петле в каждом ряду. Получается, в лицевом ряду вы вяжете до первого маркера и сразу после первого маркера вот последнюю петлю подошвы и следующую боковую провязываете одной изнаночной. В каждом изнаночном ряду вы вяжете также до второго маркера и после второго маркера последняя петля подошвы и следующая боковая вяжется одной лицевой петлей. Вяжите до тех пор, пока в самом конце у нас не останется по 5 петель с каждой стороны. Я вывязала мою подошву, пока у нас с каждого края не получилось по 5 петель. Теперь мы будем убавлять петли не только боковые, но и в подошве. Вот таким вот образом на данный момент выглядит наш следок. Первую петлю я снимаю, далее маркер перебрасываю и далее мы вяжем все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У меня до второго маркера осталось 2 петли. Я эти 2 петли вяжу одной лицевой за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю и следующие 2 петли, так как это у нас лицевая сторона, вяжу одной изнаночной.
Переворачиваю наше вязание. Первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У меня до второго маркера осталось 2 петли. Я эти 2 петли вяжу одной лицевой за правые верхние стеночки. Маркер перебрасываю и следующие 2 петли я вяжу также одной лицевой, так как это у нас изнаночная наша сторона. Итак, мы будем убавлять петли далее. В каждом лицевом ряду до маркера мы 2 петли вяжем вместе и сразу после маркера мы 2 петли вяжем вместе одной изнаночной. В каждом изнаночном ряду мы вяжем до второго маркера 2 петли вместе одной лицевой и после второго маркера 2 петли вместе также одной лицевой. Итак, мы убавляем далее, пока мы не убавим все боковые петли. У нас должны на спице остаться только петли нашей подошвы. Боковых петель у нас не будет. Вот я убавила все наши боковые петли, и у меня на спице осталось 3 петли, и это все 3 петли подошвы. Нам надо рабочую нить перенести за спицу. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Рабочую ниточку перенесу под спицу и первую петлю обратно возвращаю. Мы вот перенесли нашу рабочую ниточку под спицу. И теперь нам надо провязать эти 3 петли вместе. Первую кромочную петлю я снимаю. Вторую и третью петлю мне надо провязать вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. И далее первую петлю набрасываю на вторую. У нас с вами получилась одна открытая петля. Обрезаем кончик чуть-чуть подлиннее, чтобы сшить вот эту часть темного цвета. Ниточку продеваем в данную петельку и затягиваем. Далее берем иголочку и вдеваем нить в иглу. Будем сшивать не за кромочные косички, а сразу за кромочной косичкой идут вот дужки от платочной дорожки. Вводим спицу снизу вверх в одну платочную дорожку. Ищем с этой стороны также первую нашу платочную дорожку. Вводим иглу снизу вверх и сшиваем таким образом далее. Во вторую платочную дорожку. С этой стороны также ищем вторую платочную дорожку. Вводим спицу снизу вверх и сшиваем. Таким образом мы с вами сшиваем всю темную часть литка. После того, как мы сшили всю темную часть литка, мы край подтянем, чтобы ниточка у нас разровнялась и ничего не стягивала наш следок. Далее ниточку выводим на изнаночную сторону. У нас вот такой вот шов получается. И по изнаночной стороне прячем данный кончик от нити. Далее вдеваем в иглу нить нашего основного цвета. И будем сшивать вот эту вот часть. Ниточку никакую не закрепляем. Вводим иглу в центр. И здесь также мы будем сшивать задушки от платочных дорожек. Вот с одной стороны. И также с другой. И так далее. Снизу вверх вводим иглу. И с другой стороны. Здесь вот, когда идут лицевые дорожки, мы вводим иглу между кромочной косичкой и лицевой дорожкой. Снизу вверх, так же, как мы сшивали ранее. И с этой стороны ищем эту же дорожку. Далее идут платочные дорожки. Вводим задушку от платочной дорожки. Снизу вверх. И со второй стороны. Итак, мы сшиваем до конца шва. Смотрите, чтобы шов наш шел равномерно. Можете ориентироваться по дорожкам, чтобы они у нас совпадали. После того, как вы сошьете весь шов, ниточку вот так подтянем, чтобы она у нас разровнялась и ничего не стягивала наш следок.
и спрячем кончик по изнаночной стороне. Я сшила мой шов. По изнаночной стороне он выглядит вот таким вот образом. Вот такой вот результат у нас с вами получился. Слитки получились очень красивые, оригинальные и очень удобные. Это самое главное. Если вам понравилась данная модель слитков, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.